Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 11i. И сейчас я покажу вам, как сделать, как записать запись, как записать видео с экрана на этом устройстве. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь запись видео. Запись с экрана нажимаем. Здесь мы можем нажать, чтобы включить или выключить микрофон. Тут мы можем, в общем, здесь у нас используется для хранения записей с экрана мультимедиа файлы. Нажимаем «Принимаю». И теперь, вот тут вот мы как раз-таки включаем и выключаем микрофон. Здесь у нас идет инструкция такая небольшая, а здесь у нас идет запись. Мы можем включить также пока с нажатием, можем не включать его здесь. Вот, и когда мы все записали, то просто нажимаем вот сюда, и запись будет сохранена. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.